Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами по многочисленным просьбам свяжем вот такую вот шапочку. У меня шапочка связана чернильным цветом, подходит для мальчика. Я ее вязала на 2-3 годика. То есть у меня размеры шапочки на объем головы где-то 49-51 сантиметр, то есть в среднем 50 сантиметров. И высота шапочки, если быть точно, то где-то 20,5, может даже 21, то есть вот здесь вот до макушечки 21 сантиметр глубина от лба. Плюс еще ушки. То есть вы уже смотрите по своим размерам. У меня шапочка на мальчика. Вы, если возьмете другой цвет, то можно связать на девочку. На девочку, если такой размерчик, то подойдет, наверное, даже до 4 лет 100%. То есть... По размерам где-то на девочку это 4 годика, 3-4 годика. Вот. Также бубончик вы можете взять побольше диаметр сделать, так как я вязала на мальчика. У меня маленький бубончик, если вы хотите, возьмите более побольше. В общем, узорчик такой я взяла унисекс, то есть подходит как для мальчиков, так и для девочек. Поэтому, если возьмете цвет для девочек, персиковый, коралловый, розовый, какой-то либо желтый, лимонный, бежевый, кремовый, в общем, на ваше усмотрение. Если вы возьмете другой цвет, то я думаю, что такая шапочка подойдет и на девочку. Поэтому, если вам понравилось, конечно же, вяжите вместе со мной. Ссылочку на снудик я оставлю под этим видео, мы уже его вязали в предыдущих видеоуроках, поэтому как вязать снудик, вы можете посмотреть по ссылочке под этим видео. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла пряжу от Alize Lana Gold. Это довольно-таки толстенькая пряжа, 240 метров в 100 граммах полушерстяная. Подробнее, кто хочет, можете посмотреть видео этой пряжи. Ссылочку оставлю под этим видео. Также я вязала спицами чулочными номер 3,5. Я взяла именно 5 чулочных спиц. Хотите, можете вязать круговыми, затем убавление делать, все равно, скорее всего, вам придется чулочными, чтобы было удобно и правильно распределить. Также вам понадобится дополнительная спица, либо специальную можете взять для жгутиков, для кос, либо просто таким же диаметром обычную чулочную спицу со второго набора. Я буду использовать также крючок для заправки кончиков и ножнички. И я еще взяла вот такие вот два кружочка, вырезанных предварительно из картона тонкого. Либо можете взять специально для бубончиков приспособление. То есть это у меня будет бубончик диаметром. Где-то я взяла 8 сантиметров, вырезала кружочек. И такой вот небольшой кружочек в виде, не знаю, даже 25 копеек, наверное, украинских по диаметру в серединке. То есть, чтобы мне было удобно очень закручивать бубончик. Как сделать бубончик на шапочку, я также обязательно оставлю ссылочку под этим видео. Здесь я углубляться не буду. Здесь мы будем вязать именно и решать все вопросы именно по вязанию шапочки. Затем вы сможете самостоятельно сделать жгутики и сделать бубончик по следующим видео. Итак, кому интересно, хорошего вам настроения, мы начинаем. А сейчас мы с вами рассмотрим приблизительную схемку вязания нашей шапочки. Круг – это полностью диаметр шапочки. Вот на вот таком расстоянии у нас будут располагаться ушки. С одной стороны ушко и второе ушко с другой стороны. Затем меньшая часть у нас задняя и большая часть передняя. На ушки мы с вами будем набирать 18 петелек. С одной стороны 18 и с другой 18. Теперь на переднюю часть у нас будет 34 петельки. На заднюю часть 22. По вот такому расчету мы будем делать нашу шапочку. Но перед тем, как мы перейдем к вывязыванию передней части, мы еще прибавим с одной стороны и с другой стороны по 2 петелечки. То есть 1 петелечка, 2 петелечка и с одной стороны 1 петелечка, 2 петелечка. Всего у нас получится с передней стороны для плавного перехода с ушек в переднюю часть у нас получится
34 плюс 4, то есть 2 по бокам с одной стороны и с другой стороны, 38 петелек. Теперь смотрите, 38 петелек передних мы прибавляем наши 36 с ушек и 22 в задней части. Итого мы имеем 96 петелек. Всего наша шапочка будет иметь 96 петелек. Раппорт узора шапочки будет составлять 12 петелек. То есть 96 делим на 12, 8 раппортов имеем узора. То есть 8 раппортов по 12 петелек, 96 петелек. Всего у нас получается. Начнем мы с вывязывания ушка 1-2, затем соединим, наберем заднюю часть петелек, и затем я вам покажу, как постепенно мы будем набирать на переднюю часть петельки. По вот такой вот приблизительной схемке мы будем работать. Берем ниточку и спицу. Набираем на одну спицу 4 петельки классическим способом. Итак, 2 петельки, далее приставляем 3 и 4. Я специально небольшой кусочек ниточки оставила, он нам в принципе не понадобится, поэтому не имеет значения. Берем вторую спицу и провязываем этот ряд, включая первую и последнюю петельки, изнаночными. Обычным способом за переднюю стеночку провязываем изнаночными. В этом случае провязывание ушек у нас кромочных петелек нет. То есть, как обычно, первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной, нет. С лицевой стороны мы всегда будем провязывать лицевыми петельками, с изнаночной изнаночными петельками. Теперь смотрите, провязали мы первый изнаночный ряд, во втором ряду и во всех последующих рядочках мы будем провязывать другим образом. Смотрите, первую провязываем лицевой, затем делаем накид и провязываем средние 2 петельки, также лицевыми. Затем делаем накид и последнюю лицевой. То есть мы в этом ряду прибавили 2 петельки после наших первой и перед последней. Разворачиваем на изнаночный ряд и провязываем все петельки изнаночными петлями, включая первую. Итак, первую провязываем изнаночной, затем вторую перекрещенной провязываем изнаночной, то есть либо за переднюю стеночку, либо просто переоденьте, перекрести и провяжите ее классическим способом за переднюю стенку изнаночной. То есть чтобы она у вас получилась провязанная, перекрещенная, без дырочки. Теперь снова средние 2 провязываем изнаночной и этот накид предпоследней петли провязываем тоже перекрещенной изнаночной. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Теперь снова лицевой ряд. Снова в лицевом ряду мы с вами прибавим 2 петельки в начале и в конце. Первую провязываем лицевой, затем делаем накид. Провязываем уже 4 средние лицевыми. 1, 2, 3, 4. Снова делаем накид и последнюю провязываем лицевой. Теперь у нас получается уже 8 петелек, поэтому с изнаночной стороны развернул. Начиная с первой, мы провязываем все петельки изнаночные. При этом вот эти вот добавочные петельки провязываем перекрещенными. То есть провязываем за заднюю стеночку, либо перекрестите сразу и провяжите обычным способом. И вот мы дошли, все петельки провязали, все 8 петелек, проверяйте, изнаночными. Снова лицевой ряд у нас. В лицевом ряду опять добавляем. Первую провязываем лицевой, затем накид, средние уже 6 петелек провязываем лицевой. Теперь снова делаем накид и последнюю провязываем лицевой. У нас добавилось снова 2 петельки. Разворачиваем на изнаночный ряд и провязываем первую изнаночной, вторую изнаночной перекрещенной, то есть за заднюю стеночку, либо перекрестите и сразу провяжите изнаночной классическим способом. Теперь уже средние наши, вот они наши 6 петелек, провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
дошли до накида нашего и перекрещенной изнаночной провязываем последняя изнаночная. Снова развернули на лицевой ряд и сделаем очередные прибавления. Первая лицевая, накид, затем уже средняя 8 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали лицевыми, затем накид и последняя лицевая. Разворачиваем на изнаночную сторону, все петли изнаночные, накиды делаем перекрещенными изнаночными петельками. Первая изнаночная, затем разворачиваем или за заднюю стеночку провязываем изнаночный накид. Затем средние 8 петелек провязываем изнаночными. И перекрещенный накид наш снова. И последняя изнаночная. Проверьте, у вас должно быть 8, 10, 12 петелек. Вот, проверьте, 12 петелек, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Продолжаем делать прибавление. Первая лицевая. Снова в лицевом ряду делаем накид. После первой лицевой провязываем средние уже 10 петелек лицевыми петельками. Затем предпоследний. Вот так вот предпоследнюю провязали. Делаем между предпоследней и последней накид. Последнюю провязываем лицевой. То есть первую и последнюю мы провяжем лицевой, а перед ними делаем накиды. То есть таким образом у нас получается вот такой от 4 петелек треугольничек. Развернули на изнаночную сторону, провязываем первую изнаночной, затем вторую перекрещенной изнаночной наш накид. Средние петельки до следующего накида провязываем изнаночными классическим обычным способом. Теперь дошли до накида перекрещенным, либо за заднюю стеночку провязываем. И изнаночная последняя. У нас прибавилось снова 2 петельки, значит 14 петелек. Снова лицевая первая, затем накид, средние 12 лицевых провязываем. И снова перед последней делаем накид. Итак, провязали наших 12 лицевых средних. Теперь делаем накид и последняя лицевая. Изнаночный ряд. Снова провязываем все петельки изнаночные, включая первую петельку тоже. Теперь перекрещенный накид провязываем. И следующий накид предпоследней петли тоже провязываем изнаночный. Провязываем изнаночное перекрещенное, еще раз повторюсь, для того, чтобы не было дырочек по краям наших стеночек. Развернули на лицевой ряд, у нас уже 16 петелек. И делаем последнее прибавление. Первую мы провязываем лицевой, затем накид, средние 14 петелек провяжем лицевой и перед последней петелькой мы снова сделаем накид. То есть 16 петелек, которые у нас были, плюс 2 накида в начале и в конце, у нас получается 18 петелек. Вот он наш накид и последняя лицевая. У нас на спицах 18 петелек, но 2 из них накида. Поэтому мы разворачиваем еще раз на изнаночную сторону и провяжем изнаночный ряд изнаночными петлями, включая первую. Вторая у нас накид перекрещенная, то есть мы закрепляем нашу петельку. И снова средние провязываем изнаночными. Дойдя до накида, провяжем накид перекрещенной изнаночной. Итак, вот он наш накид. Мы разворачиваем его или просто за заднюю стеночку провязываем перекрещенной. Последняя изнаночная. Итак, у нас на спицах наши 18 петелек. Вот она наше ушко первое. Мы сделали такие вот треугольнички прибавления от 4 петелек до 18. Нам нужно связать точно такое же ушко из 18 петелечек. То есть отматываете видео в самое начало и точно так же провязываете 18 петелек до
вот таких вот, ну, скажем, с 4 до 18 прибавления. Обязательно не забывайте первую и последнюю провязывать в лицевом ряду лицевыми, в изнаночном ряду изнаночными. Если будете снимать кромочную первую, а последнюю провязывать, то у вас получится как бы такое одностороннее провязывание. Вы увидите, что лучше всего провязывать первую и последнюю петельку, в каких рядах вы вяжете, такими петлями и провязывать, для того, чтобы было красивый и ровный край. Немножечко ушко, как вы видите, загинается, но это ничего страшного, вы потом сделаете жгутики, то есть эти ушки у вас не будут оттопыренными, ни в коем случае не переживайте. Делаете два идентичных ушка, и провязав второе ушко, у вас ниточка точно так же должна быть в начале лицевого ряда. Отрываете ниточку, неважно каких размеров, ну где-то оставьте 5 сантиметров для заправления кончика, то есть эта ниточка вам не понадобится. Итак, мы провязали с вами два ушка. Первое мы с вами отрезали, а второе сейчас еще присоединено к основному моточку. Поэтому мы берем сначала ту ниточку, где у нас длиннее, то ушко, где у нас ниточка от моточка, провяжем все петельки лицевыми. Но, как я вам говорила, мы будем сейчас постепенно прибавлять еще по одной петельке. С одной стороны и с другой стороны. Сейчас мы будем делать первое прибавление со стороны первого ушка. Итак, провяжем первую лицевую. Кромочных, обратите внимание, нет. Просто первую провязываем лицевую. Делаем накид и провяжем полностью все петельки лицевые с этого ушка. Полностью все 18 петелек провяжем лицевыми. Теперь мы с вами наберем наши задние 22 петельки. То есть вот они, 22 петельки, мы их наберем сейчас. Как мы их набираем? Смотрите, у нас в правой руке наше ушко. Берем, оставляем левую спицу с левой руки и вот таким вот образом, смотрите, натяните немножечко, пальчиками зажмите и на большой палец натягиваем нитку. Вот так вот, смотрите, под ниточку большой палец. Захватываем ниточку и вот таким вот образом у нас получается воздушная петля. Одна, вторая, третья, четвертая. Если вам неудобно так набирать, набирайте любым удобным для вас способом, то есть каким хотите. Нам нужно набрать 22 петельки. Итак, я продолжаю. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Старайтесь одинаково затягивать петельки, чтобы у вас вот здесь вот проемчиков не было, то есть таких вот неаккуратного края. Итак, набрали 22 петельки и берем в руки ту спицу, на которой у нас второе ушко. Вот как вы видите, я закончила снова провязывать изнаночный ряд. И на лицевом ряду остановилась. Теперь мы берем, натягиваем нашу ниточку как бы для вязания и присоединяем второе ушко. То есть провязываем петельки лицевыми. Сейчас у нас будет немножечко вытаскиваться первая петелька, вот она. Но ничего страшного, не бойтесь, вы ее потом при заправлении закрепите и аккуратненько уберете. Итак, продолжаем вязать первая лицевая, вторая, третья, четвертая. И так далее провязываем наши 17 лицевых, то есть не 18, а 17. Все петельки, кроме последней. Провязываем лицевые. То есть, смотрите, на общую спицу мы провязали первое ушко, сделали 22 петли вот эти вот задней части. И сейчас провязываем второе ушко. Но не 18, а 17 лицевых. Провязали 17 лицевых и делаем первое прибавление уже со второй стороны. То есть мы с вами сделали накид в начале, сейчас делаем в конце. Делаем накид
и провязываем последнюю лицевой. Разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. И теперь с этой стороны мы провяжем все петельки изнаночными, включая первую. Первую провязываем изнаночной. Следующая у нас идет накид. Мы перекрещенной изнаночной, либо я вам говорила, разворачиваете. Теперь у нас идут лицевые петельки ушка 17. Мы их провязываем изнаночными петельками с изнаночной стороны. И плавненько переходим к провязыванию задней части. Она у нас также все петельки изнаночные. То есть с изнаночной стороны все петельки у нас изнаночные. Сейчас у нас прямое обратное вязание. Поэтому мы все петельки провяжем изнаночные. Провязываем изнаночными до нашего накида. Предпоследней петельки. Довязали до накида, накид разворачиваем или провязываем перекрещенной за заднюю стенку. И последнюю провязываем изнаночной. Все, изнаночный ряд у нас закончился. Снова поворачиваем наше вязание на лицевую сторону и вяжем обратным рядом. Первую лицевую мы провязываем лицевой. Теперь делаем второе прибавление. Но смотрите, мы сейчас будем параллельно уже вывязывать резинку 2 на 2. Поэтому первую мы провяжем лицевой, делаем второе прибавление с первой стороны. Поэтому делаем накид, он у нас тоже будет уже лицевой в следующем ряду. Теперь провязываем 2 изнаночные. Снова уже формируем резинку 2 на 2. Смотрите, 2 изнаночные, теперь 2 лицевые. Еще раз повторю с самого начала, чтобы вы не запутались. Первую провязали лицевой, затем сделали накид, она у нас тоже лицевой. Затем 2 изнаночные, 2 лицевые и продолжаем провязывать 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть формировать первый ряд резинки 2 на 2. Теперь провяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так мы будем провязывать 2 лицевые, 2 изнаночные, чередуя до последней нашей петелечки. Вот так вот. 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Просто провязывайте первый ряд резинки 2 на 2. Я дошла до последних 3 петелек. И получается у меня идет провязанные последние, то есть 4 и 5 провязанные 2 лицевые. Поэтому у меня идет чередование 2 изнаночные. И нам нужно в конце ряда добавить второе прибавление со второй стороны. Поэтому делаем накид и последнюю провязываем лицевой. То есть этот накид у нас уже будет замещать лицевую в нашей резинке. Снова разворачиваем наш ряд. Нам нужно закрепить эти накиды. Теперь смотрите, первая у нас идет изнаночная. Так и провязываем ее изнаночной. Накид провязываем перекрещенной изнаночной. Далее у нас идет 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, провязываем над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными второй ряд резинки 2 на 2. И при этом мы довязываем до 2 последних петелек. Довязали до 2 последних петелек и у нас идет предпоследняя петелечка накид. Провязываем ее перекрещенной изнаночной и последняя изнаночная. Теперь разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. И с этого момента я вам предлагаю постепенно вводить уже большее количество спиц. Итак, мы сделали наши прибавления, поэтому мы сейчас уже будем начинать провязывать, замыкая вязание наше в круг. Наши ушки и задняя часть готовы, поэтому мы постепенно будем сейчас делать переход на переднюю часть. Итак. Первую провязываем, как всегда, лицевой с лицевой стороны. И продолжаем. Следующая лицевая, затем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть провяжем наше вязание резиночки, уже получается третий ряд по рисунку. То есть просто вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые до конца нашего вязания, но при этом мы сейчас где-то в середине задней части, можно даже
не в середине, можно даже, допустим, на 3 спицы уже делить. Ну, то есть не просто на 2, как мы с вами вязали до этого, а уже вводить постепенно большее количество спиц, чтобы вам было удобно замкнуть вязание в круг. То есть вот они наши 2 лицевые, 2 изнаночные. Неважно через какое количество, как вам удобно. Я всегда меняю спицу, провязав после изнаночных, то есть чтобы у меня спица начиналась с лицевых, так как мне их потом удобно будет провязывать, начинать с лицевых на следующей спице. Вы провязываете как удобно вам. Вот она, наше начало второго ушка. Как я вам говорила, здесь петелька немножечко ерзается. Ничего страшного, вы ее потом запрячете. Уберете аккуратненько крючочком, поэтому. Вот я провязала, получается, уже 2 спицы ввела в вязание. И ввожу сейчас 3-ю. То есть, чтобы мне потом удобно было провязать наш перед. Набирать петельки. Немножечко елозят спицы по столу, вы уж простите. Звук не из приятных. Итак, продолжаем провязывать. И провязываем последние наши петельки. 2 лицевые, 2 изнаночные и последние 2 лицевые. Теперь берем, отлаживаем нашу спицу, которая ходовая, в сторону. И снова натягиваем задними, мизинцем и безымянным пальчиком. Говорю задними, хотела сказать пальчиками. Ну, в общем, которые сзади у нас сейчас по ходу вязания. Большой палец под ниточку опускаем и снова делаем набор петелек. То есть вот таким вот образом набираем воздушные петельки. Воздушных петелек мы должны набрать 34. То есть мы сейчас с вами набрали 2. Далее я продолжаю 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее подвигаем 14, 15, 16, 17, 31, 32, 33 и 34. Все, наши петельки переда набраны. И теперь наше вязание замыкаем в круг. Но обратите внимание, чтобы у вас было не перекрещенное. То есть смотрите, вот как вы набирали, как вы вязали, все это аккуратненько совмещаете, чтобы у вас ни в коем случае не перекрутилось вязание. Не перекрученное даже, скорее, а не перекрещенное. И ниточка у вас остается за работой. Берем 4-ю или 5-ю, какую у вас там спица, то есть сколько вы вводили в вязание. И продолжаем вот так вот вывязывать нашу резинку, но уже замыкая в круг. То есть у нас как шли 2 лицевые, 2 изнаночные. Изнаночные я сейчас буду провязывать за заднюю стеночку, лицевые за переднюю стеночку. Почему изнаночные за заднюю? Для того, чтобы была не перекрученная петелечка провязана, а шла наша резиночка очень ровненько и красивенько косичкой. Поэтому провязываем, продолжаем нашу резинку. Там, где изнаночные, изнаночные. Там, где лицевые, лицевые. Но вяжем уже, как вы заметили, по кругу. То есть вот они у нас 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. То есть провяжем наши ушки. Затем плавно перейдем на заднюю часть нашу шапочки. Провяжем заднюю часть, затем ушко, и я вам покажу, как мы будем провязывать перед. Итак, довязываем наше ушко. У меня это 2 последние изнаночные и 2 лицевые. Затем идут воздушные петельки нашего набранного переда. Смотрите, мы закончили вязание ушка 2 лицевыми, поэтому продолжаем провязывать резинку 2 на 2. То есть первые 2 изнаночные. Затем следующие 2 лицевые, снова изнаночные, затем лицевые 2, изнаночные 2, лицевые 2. И так продолжаем провязывать резинкой. Немножечко будут, скажем так, оттопыриваться у вас
вот эти вот петельки, которые провязаны сейчас из воздушных петелек, то есть вот они у вас немножечко как бы прирастянуты. Абсолютно ничего страшного нет, они у вас станут все абсолютно на место, поэтому не бойтесь, провязывайте смело. Конечно же, немножечко так принатягивайте ниточки и петельки, чтобы сильно не оттопырилось, то есть чтобы не было одна гораздо больше, чем вторая. То есть просто продолжайте провязывать резинкой 2 на 2 вот эти набранные наши воздушные петельки. Итак, довязываем наши воздушные петельки. У меня последние две — это изнаночные. Мы их так и довязываем изнаночными петельками. И как вы уже успели заметить, у нас резиночка соприкасается. То есть обратите внимание, у вас должна резинка замкнуться. То есть последние две провязаны изнаночные воздушные петельки. А начиная уже со второго ушка, у вас петельки начинаются с двух лицевых. Поэтому обязательно вот эта петелька должна соприкоснуться, то есть 2 изнаночные и следующие 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Если у вас все сошлось, значит все ваши, скажем так, расчеты и наше вязание посчитано правильно. Если же нет, где-то вы просчитались, и обратите на это особое внимание. Теперь мы снова переходим на вязание второго ушка. Первую петельку хорошо-хорошо затяните, максимально туго, то есть чтобы у вас в вязании не было дырки и сильно видно перехода из воздушных петель перехода на основное вязание ушка. Вот, смотрите, чтобы у вас вот здесь вот не было никакой дырочки. Хорошо затяните. И также продолжаем провязывать резинку 2 на 2. Я сейчас буду делить уже на 4 спицы свое вязание, не на 3, потому что у меня уже довольно-таки большое количество на третьей спицы петелек, поэтому я сейчас буду в вязание вводить еще четвертую спицу, и пятая у меня будет ходовая. То есть все свои спицы, которые я приготовила для основного вязания. Итак, провязываем первую спицу резинкой 2 на 2, затем провяжем сейчас вторую спицу, а третью я поделю на две части, при этом продолжая провязывать свою резинку. То есть вот я дошла до второй спицы, ее провяжу и третью спицу также провяжу. Поэтому сейчас провяжем 3 спицы, и я покажу, что мы делаем дальше. Итак, вот я довязала перед свой, и получилось у меня замкнутый круг с провязанными двумя рядами. То есть сейчас мы с вами продолжать будем провязывать резинку, но перед этим я вам советую взять либо маркер, либо обычную булавочку, либо кусочек ниточки и отметить начало ряда. То есть вот здесь вот между передом и ушком мы с вами поставим маркер. Ну, то есть либо завяжите ниточку, либо, ну в общем, какой-то отличающий, скажем так, отличающую часть, скажем, чтобы вы видели перед где, а где задняя часть. То есть вот для этого мы и поставили маркер. Еще раз повторюсь, хотите — просто завяжите ниточку. Если вы думаете, что вы запомните, что это начало ряда, то, честно говоря, я когда не отметила маркером, немножечко бывало путалась, где вперед, где зад, мне нужно было выравнивать свое вязание. Поэтому все-таки сделайте начало. И начиная с первой спицы, продолжайте провязывать резиночку. Такой резиночки вам по кругу от маркера до маркера нужно провязать такое количество рядочков, ну, чтобы было хотя бы 3 сантиметра у вас высота резинки. То есть вот так где-то высота резиночки 3 сантиметра у вас должна быть. Сколько это рядов, в принципе, можно по-разному. То есть хотите, провяжите, не знаю, 7 рядочков, хотите 10 рядочков. В общем, какой вы хотите, чтобы была высота резинки. При этом задняя высота резинки у вас будет гораздо шире, на целых где-то 2 сантиметра будет шире. Поэтому смотрите и ориентируйтесь именно по той высоте, которая у вас над маркером. То есть вот здесь, в передней части. Провяжите резиночку, и мы с вами продолжим вывязывать непосредственно уже узорчик и высоту шапки. Провязали 3 сантиметра резиночки, вот он мой маркер, над ним 3 сантиметра. И сейчас мы
будем начинать провязывать сам узорчик. Смотрите, я закончила провязывать после маркера. Вот они наши две изнаночные. Буду начинать с вот этого перехода на ушко, с двух лицевых. Итак, начинаем. Две лицевые. Так и провязываем 2 лицевые. Идут дальше 2 изнаночные, мы их провязываем 2 изнаночные, но за заднюю стеночку, как я вам говорила. Теперь у нас идут 2 лицевые, мы их провязываем 2 лицевые. Следующие 2 изнаночные провязываем 2 лицевые за заднюю стеночку. И снова следующие 2 лицевые мы провяжем 2 лицевые. То есть смотрите, у нас идут 2 лицевые после маркера, 2 изнаночные, 6 лицевых. Это 10 петелек и 2 изнаночные. Так и провяжем 2 изнаночные. Вот он наш раппорт узора, 12 петелек. Еще раз повторюсь, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Раппорт узора, 12 петелек. Повторяем все заново. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4. Будет немножечко неудобно, но вы постарайтесь. 5, 6 и 2 изнаночные. Все, мы провязали 2 раппорта узора. Еще раз повторюсь. Вот они наши 2 лицевые. Мы их так и провязываем. Сначала 2 лицевые. Затем идут 2 изнаночные. Так и провяжем 2 изнаночные. Затем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Все, вот они наши 3 раппорта узора. И снова повторяем 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. Так провязываем до конца ряда, то есть до нашего маркера. Довязали до конца ряда, и у нас, обратите внимание, должно совпасть наши 96 петелек ровно на 8 раппортов. То есть по 12 петелек 8 раз. У меня закончилось вязание 6 лицевыми, 2 изнаночные. Дальше у меня идет уже после маркера следующий ряд. То есть с какого мы начинали. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Точно так же мы провяжем и второй ряд узора. То есть по рисунку провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Далее идут 2 изнаночные и повторяется 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Так и провяжем до маркера по рисунку до конца ряда. Закончили провязывать второй ряд. И третий ряд вяжем точно так же, как первый и второй. По рисунку. Это 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. Для удобства работы я вам предлагаю начать с этого ряда сделать перемещение. То есть, чтобы у вас на каждой спице было по 2 раппорта, то есть по 24 петелечки. Для чего? Для того, чтобы вам потом удобно было делать перекрещивание жгутиков. Если у вас будет раппорт на одной спице, то и проще будет делать перекрещивание и провязывать в дальнейшем, чтобы вы не сбивались, где у вас и что находится. То есть вот сейчас у меня закончилось 24 петельки изнаночными петлями. То есть у меня следующая спица начинается уже с начала следующего раппорта. То есть вот с 2 лицевых, затем 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. И так на каждой спице по 2 раппорта. То есть третий ряд мы продолжим провязывать по рисунку. Мы провязали третий ряд. И теперь в четвертом ряду мы с вами сделаем перекрещивание. Но перед тем, как делать перекрещивание жгутиков, я вам расскажу некоторый принцип этого узора. Смотрите, у нас начинается с 2 лицевых ряд. Отделено 2 лицевые. С обеих сторон по 2 изнаночные. Вот эти 2 лицевые у нас всегда будут 2 лицевые. И всегда их будут отделять по 2 изнаночные с обеих сторон. Теперь 6 лицевых
которые между двумя изнаночными с одной стороны и с другой стороны будут делать, будут перекрещиваться 3 на 3. Ну, то есть 3 будет оставляться перед работой петелечки, 3 за работой. Затем будут провязываться те, которые оставлялись 3 перед работой. И только всего лишь вот эти 6 петелек будет наш жгутик. Вот эта петелька, вот эти петельки 2 лицевые, которые между двумя изнаночными с одной и с другой стороны, будут всегда просто 2 лицевые. Я взяла самый простой узор, который может быть в принципе для мальчика и для этой шапочки использоваться. Резинку взяла 2 на 2, чтобы красиво лег узор, то есть очень получается довольно-таки красиво. Поэтому сейчас мы начинаем вывязывать узорчик. 2 лицевые мы так и провяжем, 2 лицевые, так как они у нас отделены изнаночными. Изнаночные будем провязывать, так и будут они у нас всегда изнаночные. А вот эти 6 лицевых мы берем дополнительную спицу, я взяла специально блестящую, чтобы немножечко вам было лучше видно. И берем, снимаем на дополнительную спицу 3 первые лицевые. Оставляем их перед работой. Вторые 3 провязываем за переднюю стеночку. 1, 2, 3 лицевыми. Теперь подгоняем нашу спицу, оставленную перед работой, и также провязываем 3 первые лицевые. Теперь 2 изнаночные у нас идут. Мы так их и провяжем за заднюю стеночку, 2 изнаночные по рисунку. 2 лицевые, так и провяжем 2 лицевые. Далее идут у нас 2 изнаночные, так и провяжем их 2 изнаночные за заднюю стеночку. Теперь у нас идут снова 6 лицевых. Мы берем дополнительную спицу, снимаем 3 первые петельки, оставляем перед работой. Провязываем 3 вторые петельки лицевыми за переднюю стеночку. Затем спицу подтягиваем и провязываем 3 первые петельки, оставленные перед работой на дополнительной спице, тоже за переднюю стеночку. Теперь у нас по рисунку идут 2 изнаночные. Провязываем их изнаночными. У нас провязано 2 раппорта узора. Приступаем к следующим раппортам 2. 2 лицевые провяжем, 2 лицевые, далее 2 изнаночные. И теперь идут 6 лицевых. Снова берем дополнительную спицу, 3 первые петельки лицевые оставляем на дополнительной спице перед работой, 3 вторые провязываем лицевыми. 1, 2, 3. И подгоняем вот эту спицу, нам удобно, чтобы было. И провяжем также их 3 лицевые. Первые оставленные за работой. Далее идут 2 изнаночные. Так и провязываем их 2 изнаночные. Все, третий раппорт у нас готов. Итак, продолжаем провязывать там, где лицевые лицевыми, там, где изнаночные изнаночными, и там, где 6 петелек, мы делаем перекрещивание с наклоном в левую сторону. 3 петелечки первые перед работой, 3 вторые провязываем, затем с дополнительной спицы 3 первые провязываем все время лицевыми. И так мы провяжем до маркера, то есть до конца ряда. Довязали 4 ряд до конца, сделали перекрещивание. 5 ряд мы будем провязывать по рисунку. У нас идут 2 лицевые, мы их провяжем 2 лицевые. 2 изнаночные провяжем 2 изнаночные. Далее идут 6 лицевых за переднюю стеночку, мы их провязываем 6 лицевых. Далее 2 изнаночных. Итак, по рисунку мы провяжем до конца ряда. Там, где лицевые, провяжем лицевые. Там, где изнаночные, провяжем изнаночными. 6 ряд точно так же провязываем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. В общем, все абсолютно по рисунку, как и в 5 ряду. 7 ряд также вяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. Снова провязываем до конца ряда, до нашего маркера. И 8 ряд мы провяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. И так далее. Все пока вяжем по рисунку. 9 ряд продолжаем вязать по рисунку. Также наши 2 лицевые привычные, 2 изнаночные, 6 лицевых
и 2 изнаночные. Так провяжем до конца ряда. И 10 ряд также продолжаем вязать по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых жгутика нашего, 2 изнаночные. И так провяжем до конца ряда. Довязали 10 ряд. Все, наше увеличение жгутика закончено. Сейчас мы будем делать в 11 ряду перекрещивание снова. То есть 11 у нас точно так же провяжется, как и 4 ряд. Итак, провязываем 2 лицевые, затем 2 изнаночные. Подошли к жгутику, где у нас 6 петелек. Первые 3 берем, снимаем на дополнительную спицу. Вторые 3 провязываем лицевыми. Затем провязываем те 3 петли, которые на дополнительной спице, лицевыми. Затем у нас идут 2 изнаночные. Так и провяжем их 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 лицевые провязываем. 2 изнаночные изнаночными провязываем. И второй жгутик во втором рапорте. 3 петельки снимаем на дополнительную спицу. Вторые 3 провязываем лицевой. Затем возвращаем первые 3 с дополнительной спицы, провяжем их лицевой. И теперь довязываем наши 2 изнаночные изнаночными, оставшиеся на первой спице. Точно так же мы провяжем и вторую, и третью, и четвертую спицу. То есть до конца ряда, опять же, до нашего маркера, мы будем делать на 6 петельках такие вот поворотики. 3 петли оставляем перед работой на дополнительной спице, вторые 3 провязываем, затем первые 3 провязываем. И наши полосочки, как я вам уже говорила, сейчас их очень хорошо видно. 2 изнаночные перед двумя лицевыми и после двух лицевых. Вот они провязаны. И 2 лицевые, вот она полосочка. Между жгутиками нашими у нас будет полосочка. Вот так вот будем продолжать. То есть сейчас у нас провязан 11 ряд с перекрещиванием, как 4 ряд с перекрещиванием. То есть между перекрещиванием у нас 6 рядочков провязывается без изменения. То есть наш раппорт первоначальный, который мы с вами набирали. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, наш раппорт. То есть вот он у нас. И точно так же делаем 8 раз. 8 перекрещиваний в 11 ряду. Перекрещивания закончили, сейчас у нас 12 ряд. 12 ряд мы с вами провяжем как 5. 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Сделали наш раппорт, то есть, как вы поняли, уже провяжем по рисунку. У нас сейчас 12 ряд как 5, затем 13 как 6 по рисунку, 14, 15 и так далее. Продолжаем провязывать 6 рядочков, то есть это у нас 1, затем 2, 3, 4, 5 и 6 провяжем по рисунку. В 7 сделаем перекрещивание, то есть в каждом 7 ряду мы с вами будем делать перекрещивание. Или отматывайте снова на ряд 4 вязания нашего узора, то есть где у нас сделано перекрещивание. Затем идет 5, 6, 7, 8, 9 и 10 ряд без изменения по рисунку. И в 11 ряду сделано перекрещивание. Это у нас 12 ряд. Давайте я с вами, чтобы вы не запутались, провяжу еще один раппорт до перекрещивания. А затем вы продолжите самостоятельно провязывать. То есть сейчас мы провязываем первый ряд после перекрещивания по рисунку до конца ряда. Продолжаем провязывать. Продолжаем вязать 13 ряд. Вяжем по рисунку. После перекрещивания это получается у нас уже второй ряд высоты жгутика. Вяжем до конца ряда по рисунку. Там, где у нас 2 лицевые, провяжем 2 лицевые. Затем 2 изнаночные, 2 изнаночные.
6 лицевых и 2 изнаночные. Так до конца ряда. 14 ряд также вяжем по рисунку. Это у нас получается по высоте жгутика уже третий ряд по рисунку. То есть вот он у нас третий ряд подъема жгутика высоты. И продолжаем вязать до конца ряда. Теперь вяжем 15 ряд, тоже по рисунку. Это у нас четвертый ряд по высоте жгутика. Провязываем до конца ряда, опять же по рисунку, все без изменения. 16 ряд вяжем по рисунку. Это у нас пятый ряд высоты жгутика, поэтому вяжем пока без изменения. И, наконец, 17 ряд. Это шестой и последний ряд высоты жгутика. Поэтому провязываем последний ряд по рисунку. И в следующем ряду мы будем делать очередное перекрещивание нашего жгутика влево. Мы подошли к 18 ряду, ряд перекрещиваний, как 4, как 11, так и 18. То есть мы сейчас провяжем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные, а затем берем дополнительную спицу и, как всегда, провязываем. Вот так вот 3 первые снимаем на дополнительную спицу, 3 вторые провязываем лицевыми и первые 3 возвращаем, провязываем также лицевыми. Теперь 2 изнаночные, заканчиваем 1 раппорт. И снова начинаем все с самого начала. 2 лицевые, 2 изнаночные, перекрещивание. 2 лицевые, 2 изнаночные, перекрещивание. И затем заканчиваем раппорт 2 изнаночными. Вот так вот делаем наши перекрещивания, наши жгутики. Вот они наши, сейчас их как никогда видно. Набираем высоту шапочки. Высоту шапочки я буду набирать где-то за 2,5-3 сантиметра до макушки, то есть не довязывая. Я довяжу высоту этой шапочки, затем скажу, сколько раппортов я провязала. И мы с вами встретимся уже во второй части по вязанию шапочки.